Будущий красноярский метротрам пойдет от улицы Естинская в Северном до пригородного поселка Элита. Схему с новыми данными опубликовали на сайте краевого Минстроя. Документ называется так: «Планирование территории Красноярска и Емельяновского района по строительству линии скоростного подземно-наземного ЖД-транспорта». Внутри есть карта, на ней видно, как в перспективе построят пути. Все пройдет в 3 этапа. Первый уже начался. Это ветка от Высотной до улицы Шахтеров, на которой будет 6 остановок, 4 из них подземные. Поезда по ней должны запустить в 2026 году. Дальше наземный участок от Шахтеров до Естинской. Это еще 6 станций. Путь 3-го этапа пройдет до Элиты через развивающийся район мясокомбината. Сейчас его активно застраивают, так что пассажиры будут. А вот когда начнется строительство 3-го этапа – большой вопрос.